Сила духа, мужество, подлинное братство, поровну поделенный кусок хлеба, честь, достоинство, самопожертвование. Национальная истина возродилась словно из пепла и устремилась туда, где осетин объединяет общая цель. Мы не будем воспевать смерть, без которой не обходится ни одна война, но рассказывать о подвигах тех, кто замолчал навсегда в велении души. Увековечить славные имена в памяти будущих поколений – наша обязанность. Сегодня осинский боевой стяг мелькает на передовой, на всей линии соприкосновения от Донбасса до Херсонщины и Запорожья. Наши воины опять подставили железное плечо помощи русскому миру в его решающей схватке с недобитым дедами фашизмом. Республика давно и прочно обеспечила бы свою экономическую безопасность, будь бесстрашие осинского воина материальной, представим ценностью. Настолько оно неисчерпаемо. По обыкновению рачительное в отношении высших военных наград государства удостоило наших бойцов, участников СВО, орденами Святого Георгия и за заслуги перед Отечеством. И это только за последние несколько недель. Хасамсын энусун мохдор терсе кару джиннамта. Кумафар суйчиде, кашайде, кутхуйны даном. Сарбарзон даял кызах джинан маном уйрон. Общественная организация «Гражданская платформа» объявила сбор гуманитарной помощи для нужд фронта. За короткий срок удалось собрать необходимые продукты питания, медикаменты, закупить зимнюю экипировку и рации. В акции приняли активное участие сотни неравнодушных граждан республики, в их числе Сергей Битиев и Георгий Кабисов. Доставку груза на фронт обеспечил президент Алан Гаглоев. Oradan çiçek geliyor. Kış kendisi açan bu. Birer nasıl çiçek geliyor. Не пата, что хуже охуй захват. Она же кайтер одам и ресту на шаре, и ресту на и камета, шанчуду на голов и сад мана он. А что бы дарес там? Мам еще ротчин с фантовитом. Дерба манана лапутар шетест косимамас ашарам бирофта дерстра типо хоскота чица ашарам бута бира катарин та на форс мастема мо хол шуда ро на вол шуда зунам на фидору ирестонун ше мо хос кар ло каражи форс машлара мере на фаста ямун омер офто вало фисай шене чавам ман офта сарбар зунда ямун хошазам. Жители Знаурского района Южной Осетии также отправили очередную партию гуманитарного груза бойцам, участвующим в специальной военной операции на Донбассе. Содействие в этом оказал глава администрации района Алан Кубузов, который вместе со своим заместителем Маратом Шавердовым лично сопровождал груз до пункта назначения. Мы фанды буздыжир хаста загул на Знаура района сельсовета. Сашера вубират активно юльдер, одаманы штырбуздыг вафандивлер загын. Тенг Юльдер, кафе Костероб, Омушкума, Штембелканам, Морвитам Юльдер, Хажарте, Камань, Абухода, Дишеведи, Шофаш, Називегей, Штембелкутуй, Манацейн, Ома, Ирула, Путафа, Хачаканам, Передовой, Ничидей, Тегестеудуна. Маманожи, Фаде, Зарам, Бузнеджи, Хаста, на президента, Куя Бозато, Омушате, Канаме, Ваднами, Дарфа Кости, Финосово, Шамай. Фандак трето латернах расход таисма на умандер што бузник фандазава. Сашара бомбира чија е тероро со тамара сапак канам. Манам шарџ партиота, манам автар постол кайда камира, манам фанду бахал шида кузум.
اشتر بوزنو جورم چی دارید در بافه در بون کود تا چی دارید در یک زل بان کادر چی دارید در زرده نرار فکنم بایدال که شهر بون در بیرد اشتر بوزنو زناو رو رایونم در ما اومی رازمدر چی دارید در بیر بیتایاش خوابخ در دیرم در کمان در اشتر بوزنو نجو در من آلکای بسته در یزر جنم. Вчера в Цхинвале прошел благотворительный концерт творческого коллектива Алзиры Габараевой в поддержку военнослужащих, участвующих в СВО. В следующие дни намечается еще один благотворительный концерт. 17 февраля его проведет Казан Казиев. Эфтасан февраля киноконцерт он зал Чермена. Узен манан концерт. Маваждата, вазиста концерт уваждата Саша Адмирал, Москва, Сочия, Клюева, Маруся, Ама Агайте Лейла, Ирон Заракенек. Цедариттар Финансун фараста, ртымбыл кенан смахима, еума, бодон саванс, Украинама, махлап кутайон чидариттар тух кене, аудуна. Амасан алхадар цабзени хастун дорас. Кура годан сама юлдар рбатсават. Аман махта кензистам ваварзун зарджита. Сольный концерт в поддержку ребят, участвующих в СВО, планирует и певец Альберт Лалиев. В ходе спецоперации при исполнении воинского долга геройски погиб 26-летний житель Цхинвала Алан Джоев. 26 сентября группа, в которой находился Джоев, попала во вражескую засаду. Он прикрыл собой своих боевых товарищей, тем самым спас им жизнь. Добрый, справедливый, храбрый, бесстрашный воин, верный друг и заботливый сын. Таким Алана запомнят все, кто хоть немного его знал. Выражаем свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Ну а напоследок мы делимся трогательными кадрами. Спустя годы из зоны проведения специальной военной операции вернулся наш боец Батрат Скозаев. Понял тебя. Прикрывай, начинаю работу.